сказать, что у нас, знаете, какая-то вот с Пеном уже получилась действительно такая настоящая дружба, да, которая и здесь, на наших площадках, и в интернете. Я хочу, да, напомнить, что наши все вечера, они записываются, и потом они выкладываются на интернет-канал BiblioTV, на YouTube-канал. Вот, поэтому очень-очень рад всех видеть. Приветствую. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас Зульфия Алькаева и Рада Полищук. Сначала я краткую биографическую справку дам. Рада Полищук – писатель, журналист, член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Союза писателей 21 века, Русского пен-центра. Издатель и главный редактор российско-израильского литературного альманаха еврейской культуры «Диалог». Издается в Москве с 1996 года. Автор и руководитель проекта «Театр Рады Полищук» и других творческих и издательских проектов, которые стали популярными и значимыми в контексте современной культурной жизни России. Родилась и живет в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Первый рассказ написан в 1984 году, а первая публикация состоялась в 1985. Первая книга в 1991, издательство «Советский писатель». Автор 15 книг прозы и двух сборников стихов. Бывает, читаешь ровные, гладкие, хорошо сделанные стихи, иногда красивые, музыкальные, но как бы не живые, не задевает ничто. У Зульфии Алькаевой не так. У нее свой взгляд на мир и свое видение. Зоркий, наблюдательный взгляд, иногда парадоксальный, как у ребенка, одушевляющего обычное, примелькавшееся, мимо чего проходим, ежедневно не замечая. И своя философия, свои открытия, своя надежда. Это живые стихи. Читать их интересно, каждое слово значимо, чтение затягивает, трудно оторваться, будто медитируешь, и музыку странную слышишь, будто сама сочинила, и то ли поешь, то ли танцуешь, то ли стихи сочиняешь. Такая женская поэзия. Поэзия ума и сердца. Зульфия Алькаева. Зульфия Алькаева. Поэт, эссеист, литературовед и редактор. Родилась в подмосковном городе Ногинске, Богородск. Живет в Электростале. Окончила факультет журналистики МГУ. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей 21 века, Международного союза журналистов и Русского пен-центра. Лауреат нескольких региональных литературных конкурсов. Лауреат газеты «Литературное известие» в 2013 году. Вошла в лонг-лист Международной литературной премии «Писатель 21 века» в номинации «Поэт 21 века». Выпустила 5 книг стихотворений. «Воздушные пробки», «С поправкой на любовь», «Дождь в стиле тетрис», «Шанс чистовика по периметру». Участник литературно-образовательных конференций, проходивших не только в России, но и в Польше, в Болгарии и в других странах. Гиперболизированные события в историях Рады Полищук не превращаются в пародию. Они возвышены и поэтизированы, и заставляют скорее поверить в фантастику перемен, в то, что мы многое не знаем о себе и о природе человека вообще. Очень трудно быть идеальным в мире разнокалиберной лжи, когда вокруг обман и зависть. После знакомства с очередной историей от Рады Полищук хочется посидеть, поразмышлять и снова заглянуть в книгу, окунуться в облака странного притягательного вымысла. Автор повестей как по снежку идет, не приминая. Ненавязчивый тон повествования, деликатность сохраняется даже в тех жестких местах, где речь идет о пугающем социальном дне. Вероятно, этот магнетизм текста обусловлен некоторой притчевой жадостью и загадочностью ее повестей. Писатель рассматривает героев в герметичном контексте узкого круга родных и знакомых, за рамками которого они по тем или иным причинам не выходят, что обеспечивает словно бы чистоту эксперимента. Автор как бы подталкивает читателя к мысли, что человеку некуда и незачем бежать от своих проблем и комплексов. Все дело в нем самом. Стоит лишь прикоснуться к близким, руку протянуть, постараться их понять, и тебе поможет даже враг.
Ну, это маленький отрывок из рецензии на книгу Рады Полищук с ее повестями, рассказами, да? «Я и я». Да, спасибо. А сейчас я прочитаю немного рецензий на творчество Зульфии Алькаевой. Начнем мы сегодня с поэзии. Поэт Зульфия Данила Давыдов. Поэт Зульфия Алькаева в лучших текстах отступает от лирического субъекта, пытаясь рассмотреть в символистском потоке возможности для построения метафорических или притчевых структур, порой напоминающих фракталы Эшера. Рыба проглотила человека, он застрял в ее пасти, словно кость в горле человека, жадно уминающего рыбу. Людмила Везмитинова. Отличительной особенностью поэзии Зульфии Алькаевой является стремление к глубокой метафоре, а также экспериментирование с обращением к сумме технологий авангарда, термин, введенный Сергеем Бирюковым, что дает интересную личностную эстетику. Вырабатывая ее, Алькаева использует известные приемы, но подбирает и сочетает их в сугубо индивидуальном порядке. Наталья Черных. Зульфия Алькаева – поэтесса тонкая, умная, прихотливая. Здесь есть и метаметафористы, и Геннадий Айги, но в этих стихах метафора не является образующим центром. Здесь основное – внезапное движение текста, отчего стихи получаются живыми, а порой уходят в архаическую глубину. Зульфия работает с полутонами, идет за звуком. Мне видится нечто свежее в этой немного сомнамбулической манере. Валерия Исмеева большая вышла рецензия, это все вообще большие тексты, но я выбрала отрывки наиболее показательные. Валерия Исмеева. В минималистичных, хорошо отжатых, как плоды до семени коротких стихах сборника радует легкость и естественность неожиданных ассоциативных переходов. Свободно скользящий зрачок оптики, меняющий ракурс так, как совершает свое гибкое движение живое, не скованное искусственными оболочками тела. Выпуклость слов без формального иссушения, свойственна многим стихам из этой книги. Поэзия Зульфии Алькаевой перформативна, и в этом для меня ее самое ценное свойство. А сейчас я хочу пригласить сюда актрису Ирину Валентиенко исполнить нам стихотворение Зульфии. Пришли чужестранцы и стали трясти деревья. Вы спрашивая, куда полетели узкоглазые птицы с орнаментом на крыле? Мы им сказали, оставьте деревья. Не знают они, куда полетели узкоглазые птицы с орнаментом на крыле. Вот, посмотрите. Деревья обходятся малым, пьют талую воду, целебный Байкал небес. Им не нужны ваши птицы. Зачем они вам? Эти птицы, эти странные птицы, сядут на наши пашни. Мы хотели надеть им на лапки кольца наших побед. Кто сказал вам, что эти победы ваши? И пашни, и хижины. Даже дети, наверное, не от вас. Вы правы. Свое и чужое мы уже с трудом различаем. Однако, куда бы ни летели эти прекрасные птицы, вряд ли мы позабудем орнамент на их крылья. Одуванчики. Одуванчики, тополиный пух, снег и отпуск. Все сразу напоминает вид пузырей в море невозмутимой травы. Черные зрачки тонут в белом, извечно резок контраст между планом и предопределенностью. Одуванчики. Проплешины на волосатой земле, странные провалы в памяти цвета и во времени года. Еще час или два, день или вечер. Можно побыть в прострации, как с хрупкой мечтой или с мягким мороженым. Побыть одуванчиком, белой планетой семян, которые грезят нырнуть в новое измерение с геометрической точностью. Подскажите мне, деточки, где здесь поблизости магазин, ремушки и браслетики? Я бы выбрала что-то для старых наручных часов. Удивились? И где-то внутри засмеялись девчушки курносые, школьницы, а снаружи стеклянные личики. В округлившихся глазках с тоской отразились бесполезные почта и парикмахерская. А сейчас отзывы о Раде Полищук. Василий Субботин.
Рада Полищук – писатель яркого, редкого, уникального дарования, абсолютно самобытный, ни на кого не похожий. Я бы сказал, она писатель других возможностей. Таких писателей я мало встречал за жизнь. Удивительно лексическое богатство этой прозы, читаешь и радуешься каждому слову. И такие глубокие смыслы, такие непостижимые тайны открывает нам эта проза. Глубокая, мудрая, философская. Хочешь потрясенный, вдохновленный, и не хочется выпускать из рук эти книги. Лев Анинский. Юмор местечка слышится в прозе Рады Полищук. Трубный глаз исхода и вечная неизбывная боль. То ли от несбыточности грез, то ли от сознания того, какой жребий выпал евреям на этой земле. Сквозь узнаваемые, утепленные юмором подробности конкретной семейной хроники, какой-то неземной запредельный гул. Или наоборот, сквозь тысячелетний гул легенд, такие странно близкие отзвуки молитвы моего деда. Проза Рады Полищук – яркая художественная веха памяти народа. Кирилл Ковальжи. В прозе Рады Полищук всегда открывается особенный внутренний мир. Иногда тревожный, напряженный, мучительный, иногда яркий, живописный, искрящийся юмором. Перед нами словно два автора. Современная москвичка – умная, наблюдательная, живо откликающаяся на впечатление бытия. И другая, чьей душе тысячи лет – Вещунья, библейская плакальщица, хранящая страдальческую память своего народа, бесконечно одинокая, осиротелая душа. В прозе Рады Полищук возникают вершины подлинного трагизма и поистине классического юмора. И то, и другое удается писательнице. Напряженная эмоциональность придает повествованию музыкальное звучание, несмотря на жесткие картины быта. Такое происходит только благодаря любви и боли, только через чувствование, уподобление тем, кого любишь. Жалость и смех, молитва и плач – вот что такое проза Рады Полищук, а не только литература. Лев Разгон. «Пережить горе – все равно, что родиться заново». Эти слова лирической героини Рады Полищук – ключ ко всей ее прозе. В нем начало и конец, закат и рассвет, без которых немыслима человеческая жизнь. Рада Полищук ненавязчиво, но откровенно говорит нам, что человеческая жизнь – это энциклопедия любви и горя. Семен Липкин. Очень талантливая проза, с глубокими родовыми корнями и тонким пониманием психологии человека, с темными подвалами и просветленной надеждой. Яркий, свободный язык, хорошо узнаваемый, запоминающийся писательский стиль. Этот писатель... Рада Полищук. Женщина. Это писатель женщина, он написал. Я не смогла сантонировать, поэтому пропустила. А сейчас мы с вами оценим, собственно, прекрасную прозу Рады Полищук. Thank you.
большой прихожей на массивном железном костыле, кем-то когда-то в незапамятные времена вбитым в стену, косо висело старое зеркало с попорченной амальгамой и треснутой рамой красного дерева. Эль родилась, а зеркало уже висело. И первое свое отражение увидела она в зеркале, и лицо бабушки Фаи, которая держала ее на руках. Справа от зеркала на стене всегда висел большой зонт-трость с рукоятью из карельской березы, которым никто на ее памяти не пользовался по назначению, только для развлечения. Зонт выстреливал почти так же громко, как духовое ружье, висевшее с другой стороны, и раскрывался большим куполом цвета молочного предутреннего тумана. Под ним можно было спрятаться вместе с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, няней Маней, рыжей кошарой Басей, зеленоглазой, с зеленым атласным бантом на шее, большой, мягкой, пушистой, как бабушкина пуховая подушка, на которую она укладывала свои распухшие ноги. И бабушкиной любимицей, белоснежной баллонкой Марой, старой, сварливой, подслеповатой, оглушительной, тяпкающей на всех домочадцев. У нее склероз, винилась за Мару бабушка. Никого не узнает, даже меня. В подтверждении этих слов Мара принималась облаивать бабушку, бегая вокруг нее кругами, подпрыгивая то на задних, то на передних лапах. Так-то она еще не в плохой форме, одобрительно покачивала головой бабушка Фая. Вот только склероз. Из дальнего угла прихожей наблюдала за всем происходящим виолончель. Темного матового дерева, почти черная. Издали виолончель была похожа на бабушку, тонкой талией и широкими округлыми бедрами. На виолончели никто никогда не играл. Только по давним преданиям, какой-то дальний друг дома со стороны бабушки, что-то вроде несостоявшегося жениха ее двоюродной сестры Брони, кажется. Звали его Зигфрид, за что виолончель навсегда получила неблагозвучное имя Зига. Смычка не было, но влажное обтирание мягкой фланелевой тряпкой Зига имела ежедневно. Няня Маня выполняла этот ритуал с особым тщанием, выдавая тем самым и свое преклонение, и восхищение, и какое-то затаенное чувство к Зиге. Ведь только под ее рукой Зига оживала. То протяжно, то коротко вздыхала, будто очнувшись от сна, то заходилась вибрирующим низким плачем, вызывающим ответные беспричинные слезы, то с пронзительной радостью устремлялась ввысь, и душа рвалась следом, неслась без страха и надежды на спасение. А Зигфрид играл виртуозно. Это признавали все, кто слышал его игру. Наверное, он был гений и мог бы стать первой виолончелью земного шара. Так высокопарно говорила о Зигфриде бабушка Фая, что, в общем-то, было не в ее манере. Больше о Зигфриде никто не говорил, потому что из всех, кого Эля знала, никто его никогда не видел. И тем более не слышал, как он играет на виолончели. В том числе и бабушка Фая, между прочим. Но Зига-то стояла в прихожей, это факт. И вздыхала, и плакала, и пела. Значит, Зигфрид был и мог так и стать первой виолончелью земного шара. Бабушка Фая врать не будет. Но человек предполагает, а Бог располагает, говорит народная мудрость. Иными словами, Зигфрид предполагал стать именитым виолончелистом, жениться на Броне, двоюродной по матери сестре бабушки Фаи, девице не столько красивой, сколько с хорошими манерами, окончившей женскую гимназию, владеющей двумя иностранными языками, из семьи добропорядочной и с неплохим достатком. Дед Моисей, отец Брониного отца, владел в далекие дореволюционные времена мукомольным производством. Потом все его богатство мукой же и развеялось яростными ветрами революции. Унеслось поземкой, заметающей все следы былой жизни. Зигфрид тоже был хорошей партией для Брони. Семья по всем показателям была под стать Брониной. Плюс виолончель. Внешность имел непримечательную, но приятную. Добрая улыбка, открытый взгляд темно-карих, почти черных, матовых в тон виолончели глаз, длинные, тонкие, ломкие пальцы с припухлыми мягкими подушечками. Уши великоватые, мочки длинные, но для мужчины это сущий пустяк, на который никто не обращает внимания. Кто-то, правда, обрисовал все эти подробности. Иначе откуда бы они дошли до сегодняшнего дня? Ведь фотографий Зигфрида ни у кого не было и быть не могло. Броня же замуж за него не вышла. Зеркало в прихожей всегда висело косо. Это непреложный факт, возможно, не требующий никакой трактовки.
А вот то, что Зига замолчала после смерти няни Мани, перестала и плакать, и петь, заставляет как-то задуматься. Причем замолчала не сразу. Первые несколько дней, что примечательно, не 7, не 9, а 8. По ночам по дому разносились ее стоны и всхлипы, протяжные, горестные. Это слышали все. Зига по ночам играла свою прощальную музыку. В ночь на 8-й день Зига издала последний протяжный, истошный всхлип. Ну, то есть струны иногда вздрагивали от неосторожного прикосновения, когда время от времени кому-то приходило в голову смахнуть пыль и паутину, расползшуюся в том углу, к которому одиноко прижималась Зига. Но это было скорее похоже на скрип колес несмазанной телеги. Музыка умерла. Но все же в трудные, голодные, военные годы держали в доме чужую виолончель в плотном коконе паутины, как в футляре. Виолончель, на которой никто не играл и не собирался. Даже шляпки и капоры с атласными лентами и цветочными виньетками, с вуальками и перьями, с большими изогнутыми полями и совсем без полей бабушка Фая носила на толкучку и худо-бедно продавала. Находились покупатели, точнее сказать, менялы. Готовые за мешок муки, пшена или гороха, за несколько картофелин, луковиц или яиц, а то и настоящих яблок сорта белый налив, приобрести головной убор, давным-давно вышедший из употребления и уж во всяком случае ни для чего не пригодный в конкретный текущий момент сурового военного времени. Так постепенно и опустела прихожая, без зонта, без ружья, без сундука. Его тоже забрали какие-то дядьки. Только оставшиеся шляпки бабушка переложила в комод. А Зига затаилась в дальнем углу, ни звука не издавала, даже когда начались бомбежки, и все вокруг вздрагивало и ходило ходуном. Она как будто чего-то ждала. Смешно сказать, но Зига дождалась своего часа. Это очень странная история. Бабушка Фая однажды увидела на толкучке мужчину неопределенного возраста, от 45 до 70, предлагавшего в обмен на какую-нибудь еду шляпку, точь-в-точь броненого фасона. Бабушка примерно месяц назад выменила эту шляпку как раз на яблоки белый налив. И точно помнит, что не этот мужчина взял у нее броненную шляпку. Не этот. Это ведь у баллонки Мара склероз. Не у нее. Она принялась пристально разглядывать его и вскоре поняла, что он навязчиво напоминает ей кого-то. Бабушка решительно поднялась со своего места и подошла почти вплотную к мужчине, на коленях которого лежала броненная шляпка. «Откуда у вас эта шляпка, сударь?» – высокомерно и строго спросила она, демонстрируя свое чистейшее московское произношение. «Азохен вей, мадам, какое ваше дело?» – устало и беззлобно ответил он. «Я вам чем-то обязан? Или, боже мой, у вас ко мне какие-то претензии?» «Какой странный у него выговор», – подумала бабушка Фая, – «абракадабра какая-то. И почему он заговорил с ней по-еврейски?» Она уверена, что ничем не выдает своей принадлежности к евреям. Тут на толкучке, принимая во внимание ее товар, это было бы никак не кстати. Что-то еще мелькнуло у нее в голове, но тут она увидела его руки, обрубки рук. На обеих не было кистей, на одной полностью, а на другой неловко болтались мизинец и безымянный. Длинные, тонкие, ломкие, два пальца. «Зигфрид», — прошептала ошеломленная догадкой бабушка Фая. И, не дожидаясь ответа, закивала головой. Ну да, конечно, Зигфрид. А, боже мой, ой, вы из мира. Она вдруг тоже не в попад заговорила по-еврейски. Откуда ты? Почему не женился на Броне? Где твои руки? Ой, вы из мир. А Зига? Зига, ты не поверишь. Зига живая, ждет тебя. Собирайся, пошли. Мужчина затравленно смотрел на бабушку Фаю и не произнес ни слова. Ну что ты сидишь? Что ты молчишь? Бери Бронину шляпку и иди за мной. Сама судьба повелела мне вынести ее на толкучку, иначе бы ты никогда не встретился с Зигой. Какое счастье! Просто нахис! Мужчина молчал и не двигался с места. Бабушка протянула руку за шляпкой, но он ловко перехватил ее двумя пальцами левой руки и спрятал за спину. «Да зачем тебе Бронина шляпка? Ты скоро увидишь свою Зигу. Пошли!» Он продолжал стоять. Бабушка теряла терпение, но все-таки она оказалась сильнее. Ей удалось привести его в дом. Зигфрид застыл на пороге прихожей. Затравленно озираясь, попятился назад, прислонился спиной к двери и смотрел во все глаза, ощупывая взглядом сантиметр за сантиметром пол, стены, потолок. Казалось, он силится что-то вспомнить. Наконец он уткнулся в тот угол, где притаилась Зига, и надолго замер.
прищурившись и сильно наморщив лоб. Потом вдруг сделал несколько шагов, медленных, неуверенных, как сомнамбула, снова остановился, потом рывком, шаркая ногами по выщербленному паркету, засеменил к Зиге. Бронину шляпку при этом двумя пальцами прижимал к груди. Вечером Зигфрид в дедушкиных брюках и рубашке с опущенными манжетами сидел в столовой на диване, прижимал себе в коленями. Начищенную до ослепительной чистоты зигу, и все смотрел по сторонам, все вертел головой, будто искал что-то или силился что-то вспомнить. Ничего не помню. Нет, простите, мадам. Смущенный и тихо повторял, натыкаясь на бабушкин вопрошающий взгляд. Не помню. Контузия у меня сильная. Память не восстанавливается. Я и дом свой не нашел. Из эшелона на какой-то станции вышел, когда в тыл везли, и потерялся. Зачем выходил, не помню. Имя, фамилию свою не помню. Бабушка Фая долго горестно молчала, а потом спросила тихо. А Зигу? Вспомнил? По лицу Зигфрида скользнула короткая улыбка. Он засмущался еще сильнее. Осторожно, едва касаясь, погладил Зигу по талии и бедрам, прислонился лбом к Деке. Что-то привычное угадывалось в этих движениях. Зига явно была не чужая ему. Только до струн не дотрагивался, избегал. Провел мякишем верхней фаланги мизинца сверху донизу, едва не прикасаясь, не больше миллиметра зазор, но струны не задел. А Элли показалось, что Зига тихонечко запела, отзываясь на его движение. Давно никто не прикасался к ней, не обихаживал, слов ласковых не говорил, как няня Мани. «Раскрасавица ты моя!» – мурлыкала нежно и почтительно. «Кроме тебя никого не знаю, а музыку твою Бог тебе посылает на крылах херувимов. Ангельская музыка, небесная, Зига моя благолепная!» Няня Маня любила такие словечки. И Зигу любила, как живое существо. Сильнее, чем кошару Басю и старую Мару, а иногда Эле казалось, что сильнее, чем ее, Элю. Во всяком случае, на Зигу няня Маня никогда не сердилась, не выговаривала ей и никогда не ставила в наказание в угол. Зига просто стояла в углу. Это было ее место жительства. В общем, смешно это или не смешно, решайте сами, но Зигфрид и Зига без сомнения узнали друг друга. Это было видно по всему. Бабушка Фая, разумеется, тоже это поняла, поэтому уже настойчивее повторила свой вопрос. «Узнал свою Зигу? Ну, вижу, что узнал, сыграй!» Тут она смущенно запнулась, посмотрела исподволь на обрубки его рук и, чтобы как-то исправить неловкость, поспешно сказала: «Ой, что это я права, смычка-то у нас нет и никогда не было. Может, ты с собой увез, когда поехал к родителям договариваться о свадьбе с Броней?» Тут она строго посмотрела на него в упор. «И куда ты подевался после этого?» Зигфрид ничего не ответил. Приладил половчее Зигу, прошелся по струнам длинным ногтем левой упалой руки, и полилась музыка несказанной красоты и силы. С лба Зигфрида на лицо капали крупные капли пота, подбородок дрожал, мочки ушей вздрагивали, глаза были закрыты, а губы шевелились, будто молитву говорили. Смотреть на него было неприятно, но Зига пела под его искромственными руками музыку ангельскую, благолепную. Права была няня Маня, которая ни разу в жизни не слышала игру настоящего мастера на виолончели. Зигфрид остался у них навсегда. Как иначе могла поступить бабушка Фая? Она его нашла на толкучке, буквально силком притащила в дом, толкнула Зигу в его объятия, а в изголовье диванчика, на котором он пристроился в прикухонной комнате с покойной дядей Мань, няней Мани, повесила на гвоздик Бронину шляпку, которую не хотела выпустить из рук. Хотя никакой достоверной связи между Зигфридом, Броней и ее шляпкой бабушке установить так и не удалось. Почему он вцепился в нее мертвой хваткой? Зачем выменил на толкучке, а примерно через месяц снова принес туда же, чтобы поменять в обратном направлении? Что, может быть, ему и удалось бы, не появись там в тот же день бабушка Фая. Ах, как бы все сложилось иначе, страшно подумать. Что было бы с бедным Зигфридом? Что было бы с ними со всеми, если бы он не вернул в их дом музыку? Неоспоримо было одно. В прежней довоенной жизни Зигфрид был первоклассным виолончелистом. Если бы не война, кто знает, может, он и стал бы первой виолончелью земного шара, как говорила бабушка Фая. Но это уже из области несбыточных сослагательных форм. Что об одном Зигфриде, что о другом, если предположить, что их было двое. Бывают в жизни совпадения, даже такие странные. После смерти бабушки Фаи Зигу поставили в угол прихожей.
Зигфрид почти не выходил из бывшей комнаты няни Мани, только по нужде и чаю попить. Кошара Бася не находила себе места, бегала по всей квартире, во все углы тыкалась мордой и смотрела на Элю пронзительными зелеными глазами, будто спросить хотела, где они? Не дождавшись ответа, запрыгивала на бабушкину подушку для ног и затихала ненадолго. Умерла следом за бабушкой Фаей и страдающая склерозом болонка Мара. Причем она-то как раз соблюла закон. 7 дней, свернувшись клубочком, выла, лежа на пуховой бабушкиной подушке. Еду не принимала, воду не пила, выла все тише, тише. И на 7-й день замолкла. Шиву отсидела одна. Больше некому было соблюдать обычаи предков. Невольно напрашивается вопрос. Может быть, не было у Мары никакого склероза? Вот у меня в этой книжке, которая недавно вышла, «Комнатная земля», есть одно двустишье. Улитки прячутся в себя так, что и панциря не видно. Вот. Но я думаю, что это такой афоризм, который говорит о всех творческих людях, которые в одиночестве работают. И вот мы сегодня с Радой Полищук из этого панциря вышли для того, чтобы встретиться с вами, и мы очень рады, для нас это большой праздник. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Кукушкою подложенное солнце и тени густо прячутся от света. Пора. Уж ветер поры открывает, рассеивая мысли по углам. Однажды подрастут мои деревья, и будет где укрыться от погоды. С прозрачными играть и обыграть прозрачных, как одолело солнце водный плеск и срезало углы, да будет блеск, да будет море весел снах чудачных, забывших лодки деревянный треск. С прозрачными играть и в стены биться туго, в чуланы перепончатые дуть, где сети паука и крови ртуть, где тень живее и дороже друга, и тяжесть плоти не сгибает путь. Иний бредит ресницами, бальными танцами, вверх побуждает смотреть и вытягивать шею. В бальную студию бегала девочкой через дорогу. За иней держалась, ни разу не подскользнулась. Сталь. На коньках и на трамвае плыть казалось твердо мне. Удивительно, но тает сталь спаленная в огне. Вроде льда мемориально, по зеркальному родству сталь блескучая витальна. Пусть как зубу и хвосту, долго ей дремать под спудом с привокзальной тоской, но потом каким-то чудом стать прохладной рекой. Зима — это осень, ушедшая в себя. Хладен лоб ее, и врач говорит ей — спи. Зиме снится цветущий сад, сон обрывается. Зима не желает видеть плоды, после них ей слишком легко и пусто. И врач говорит ей, спи. После ледяного дождя. Фонтан стеклянных веток, куст неузнаваем. Над ним тяжелая вода, согнувшейся ветлы. Все дуги накренились, сурово, с треском льдин сместились облака. Сквозь лопнувшее небо стало жутко зримым переселение чьих-то душ. Никто не помнит слез, они уже застыли изнанкой сталактитовых пещер. Лишь около рябины, как у барной стойки, на ум приходит праздник, Рождество. И хочется перевернуть бокалы с красным, висящие на каждой мерзлой ветке, и выпить эту горькую настойку, сухую кровь со льдом и породниться с почвой. Из той же как бы серии. Ледяной орган. Вчера цеплялась за руки деревьев, стеклянных слепков ради, с длинных веток. И каждая, как дудочка, с уже внутри отлитой песней деревянной. Связать бы эти трубки воедино,
приладить звонкий жёлоб к желобку, сыграть на них, да так, чтобы ледяной инструментарий и хрупкий плеск его от теплых рук не таял. О, никогда бы не был так созвучен органный дух с органикой природы. Так, еще, может быть, одно, да? Все, что беспризорно, все, что беспризорно оставлено на улице, есть часть природы. Я ворую у сада яблоки, приручая их к домашней утвари и к вечно холодному холодильнику. Взамен отдаю старый стол. С него, как из пестрых цилиндров цукини, не приходит в голову стирать водяные капли. На лаковом покрытии стола со временем появляются трещины, такие же, как на коре яблони. Так, а вот стихотворение называется «Пылесос». Я однажды, может, вы тоже видели, такой прибор, которым, такой механизм, которым дворники убирают листья теперь, то есть засасывают эти листья в этот прибор. То есть это что-то типа пылесоса. Вот об этом пылесосе и речь. Пылесос для осени, для листвы, для упавших. Первый раз вижу это кощунство. Черный зверь заглушает прощальный шепот и дышит бензином. Листья боятся, в трубу залетать не хотят, разбегаются в разные стороны. Неужели нельзя лежать там, где ты умер? Думают их большие печальные родители. Ася. Ее зовут Ася, кошка Ася. Глаза цвета желтого янтаря ослепляют. Больно смотреть на солнце. Ася прячет свой день внутри, как слепого котенка, и не выходит из дома. Сидит на комоде меховой свечкой, горит себе и не ждет свободы. На черной шерсти рыжие подпалины. Кто же вынес ее из огня? И когда? Будильник. Будильник живет взглядом, ждет его ежеутреннее и ежевечернее. Подпитка мазутом зрачков куда как важнее энергии пальчиковых батареек. Кофточка жадно кутается в женскую теплоту, забыв, что когда-то сама обнимать умела. Образ твой оживает в небьющемся сердце, заставляя будильник звенеть. Часы-весы. Циферблат разболтанный, опять не запомнил главное. Там, где стоило отпечатать стрекозиную тень от короткой стрелы. Зато изменился в размерах шагреневый ремешок. Поэтому трудно было снять часы перед сном. Пронзительно скрипнул под тяжестью времени столик ночной. Thank you.
Я всегда говорю, что хорошо поэтам вообще с длинными, с короткими стихами. Они всегда везде как бы в формате, в размере. А про зайку нужно какое-то особое время. Я сейчас вот сокращала рассказы для чтения. Ну, я, собственно, всегда так делаю. Отрывая от сердца каждое слово. Потому что, чтобы как-то это втеснуть. Но я надеюсь все-таки, что не утомляю вас этим чтением. Вот первая вещь, которую прочитали, она из новой книжки, которую мы здесь вот с Зульфией показываем свои книжки. Недавно у меня в тексте вышла книжка «Конец прошедшего времени». Это как раз отсюда, первая виолончель земного шара. А то, что сейчас прочитаю, это из предыдущей книжки. И было так. Называется «Котлеты в компоте». Ах, боже мой, когда это было? Тетя Малины «Котлеты в компоте». За каждый пол котлеты кружка душистого сладкого компота из инжира, алычи, абрикосы, груши, айвы, дыни с одуряющим запахом корицы. Ради этого компота мы иногда съедали по две котлеты. Мама глазам не верила, а тетя Маля говорила довольная собой. Девочки, Идочка, должны быть пухленькие, мягонькие, кругленькие, как шанишки, чтобы их хотелось скушать. Вот как я, например. Изюня от меня уж скоро 20 лет по кусочку откусывает, а я целёхонько еще полвека с голода не помрет. Смеется, широко открыв рот, обнажив белые зубы один к одному, как на плакате в кабинете дантиста. Так Изюня дантист и есть, он от нее не только откусывает, но и за зубами ее пристрастно приглядывает, как лицо, заинтересованное в первую очередь. Ее зубы – предмет его профессиональной гордости. Свои запустил, уж не поправить, до остолбенения боится бор машины и всяких других манипуляций в полости рта. Малюня, малышка моя, девочка моя маленькая, со мной не пропадешь, бахвалится Изюня и головой ей в подмышку тычется. Выше не достает. А ничего смешного нет. С войны вернулся с двумя боевыми медалями за отвагу и за боевые заслуги. Другие медали получал, как все выжившие по месту жительства, к круглым датам войны уже в мирное время, когда на дантиста учился не по своей воле. Отец завещал перед смертью: дед дантистом был, я дантист, и ты дантистом будешь. Никаких возражений не принял, да не хватило у Изюни сил с умирающим спорить. И не исполнить волю отца не смог. И мать умоляюще посматривала, подгоняла, молча: давай, сынок, читал он в ее глазах, давай, люди ждут, кресло отца простаивать не должно, и я без жужжания бормашины долго не протяну, привыкла, от тишины погибаю. Так и решилась его судьба, а видел он себя портным женского платья, такую мечту с детства имел. Представлял, как будет из красивых тканей вырезать платье причудливого фасона и, надев на руку подушечку с булавками, накалывать на манекен наряд за нарядом. Отчасти мечта сбылась. Малюню свою он обшивает по полной программе. От нижних сорочек до зимнего пальто, отороченного мехом. Дантист он хороший, справный. Очереди в его кабинет не переводятся. Но душа молчит. Дантист он хороший, справный, очереди в его кабинет не переводятся, но душа молчит, будто отлетает на время по своим неотложным надобностям. А стоит лишь портновскую углу в руки взять, душа возвращается, и ладная такая песня на два голоса складывается у них, не прерывать бы ее никогда. И что примечательно, зубы лечит правой рукой, как все, а шьет и кроит левой. Никто так не учил, само по себе вышло, иначе и быть не могло. Левая рука ближе к сердцу. Кроме Малюни он никому не шьет, сколько бы ни просили, какие бы деньги ни предлагали. Она и ходит по Одессе такая обособленная, со своими басками, рюшами и гофрированными крылышками изюниного кроя. Для нее специально, для нее одной. А он сам обычно то сзади, то сбоку идет неприметно, с гордостью осматривает творение рук своих, себя не выпячивает, и так все знают, впереди Маля, поодаль Изюня, единое целое, такая о них молва ходит.
Они друг в дружке души не чаяли от самой первой встречи и каждый прожитый вместе день. Не понаслышке знали, что такое любовь. А первая встреча была умора, что такое, слезами обольешься. Изюня шел по городу от вокзала к привозу, горько смотреть на него, в чем только жизнь теплилась. Худюсенькие солдатские брюки, подернутые ремнем, болтались на тоненьких ножках, подметая тротуар, как матросские клёши, только без того нарочитого шика, что царил до войны на Приморском бульваре. В правой руке неловко волочил большой не по росту ему вещмешок, потертый, перевязанный по горловине толстой крученой веревкой, шел, оглядывался по сторонам, будто потерял кого-то или сам потерялся, и глаза на выкате под черными густыми бровями вот-вот заплачут. А ведь радость какая! С войны живой домой вернулся. Таким его Маля увидела, неся домой с привоза кошелку с продуктами. Не бог весть что, но жить можно. И война закончилась, проклятая. Говорили о том, о сём, и разошлись, обнялись на прощание, руки пожали или просто кивком головы. Не все так гладко в семье было, а у кого все гладко. Кто ж знал в тот раз, что многие больше и не свидятся на этом свете? Кто по старой Портофранковской по дороге смерти в вечность ушел, только боль в сердце и имена в памяти остались. Кто на полях войны погиб или пропал без вести, таких много было. Из эвакуации только-только возвращаться стали, понемногу постаревшие, уставшие от разлук и тревоги, с опаской жилье свое не найти, с мыслями, как жить дальше после всего, что случилось, как жить, а жить надо. Они буквально столкнулись на мощенной булыжником мостовой. Изюня ткнулся головой Мали в спину. Маля вскрикнула от неожиданности, а оглянувшись, увидела черные угольные глаза на выкате с застывшей в них тоской и недоверчивую улыбку в уголках губ. Заныло, загорелось внизу живота и потекло, обжигающей волной вверх к горлу. Она коротко вскрикнула и вдруг, сама не понимая, что делает, прижала его к себе, к своей груди, вмяла в себя, как в большую пуховую подушку. Он доверчиво влип в нее и затих. От жалости к нему ее зазнобило, отлетели куда-то все уличные шумы, громкие голоса, звон трамваев, гудки клаксонов, крики кондукторов. Тишина накрыла их. Надолго ли? Не помнят ни он, ни она. Так началась любовь. А в скорости и совместная жизнь в Изюниной двухкомнатной квартире на Чичерина, угол Пушкинской, где одна комната была по всей науке оборудована кабинетом дантиста, вторая – спальней, столовой и кухней одновременно. Маля по странному стечению обстоятельств жила тоже на Чичерина, на другом конце улицы, близко от трамвайного круга рядом с Лонжероном. Жила на птичьих правах. Баба Наташа, старая дворничиха, теперь тоже одинокая, как Маля, выделила ей угол в дворницком сараюшке в глубине двора. Пожалела. Ах, что бы Маля делала, если бы не баба Наташа, ума не приложить. Она так рвалась домой, в Одессу, из казахского поселка Джусалы, где прожила 3,5 года в пустыне Кызылкум. Маля, морская душа, плавчиха, одесситка до мозга костей, морячка Маля как-то в мае. Плавать она могла часами, как дельфин. Без моря нет ей жизни. В Одессу, на Лонжерон, скорее, в Одессу. А ее там никто не ждал, и дома у нее не было, только могилы на старом еврейском кладбище. И Маля переехала к Изюне. Переехала, хоть и побаивалась недобрых взглядов свекрови, не одобряла ее Изюнина мама, нет, не одобряла. И скрывать это не собиралась, совсем даже наоборот, всячески подчеркивала свое недовольство невесткой. Пока свекровь жила, Изюня ужом крутился между ними, худел, несмотря на Малины выдающиеся кулинарные способности. По большей части молчал и с той, и с другой, стараясь никого не выделить и сохранить внешнее равновесие. Только темные круги под глазами выдавали наивысшую степень его беспокойства. А ночью в постели, под одеялом, прижимался к Мале, как дитя безгрешное и пылкий любовник в одно время. Наверное, свекровь виновата, что ребеночек у них не получился, о чем мечтали они оба, о большой и дружной семье мечтали. И в этом полностью совпали их интересы. Только по ночам, когда крылатый бог любви и плодородия Эрос просыпался и звал в свои объятия всех влюбленных,
Жили они сторожка, к звукам извне невольно прислушивались. Они себе в кухне спальный уголок оборудовали. Проходная получилась спаленка. По этой причине не отпускали они свою страсть на волю никогда. Маля женщина целомудренная, но от природы страстная, все время неудовлетворенность чувствовала. И об одном мечтала – остаться с Изюней наедине, без неусыпного свидетеля за тонкой стенкой времянкой. Под одеялом ласкали друг друга, задыхаясь от нежности, желания и духоты. Вынырнут ненадолго, воздуха глотнут и обратно с головой, как дети. Вроде так их никто не увидит. Изюня медленно целовала ее от кончиков пальцев на ногах до жестких локонов на лбу. Она едва дышала всем своим женским существом, отзываясь на каждый его поцелуй. Теплые влажные прикосновения будили в ней такую неиступленную чувственность, что ей делалось страшно. Одной рукой она зажимала себе рот, чтобы не закричать во все горло, разбудив не только свекровь, но и всех соседей во дворе, а другой отталкивала Изюню от себя, да от греха подальше. И так каждый раз. Когда свекровь умерла, оба были уже не в детородном возрасте, и мечта о ребенке отлетела светлым облачком. Может, кому другому удача обернется. А любовь крепла, не могли они жить друг без друга, ни дышать, ни есть, ни спать. Так шло время день за днем в неостановимом своем течении. А потом Маля заболела. Болезнь подкралась из-под тишка. Изюня не сразу ее распознал. Маля рассеянно сделалась. То потеряет что-то, то перепутает. Идеальный порядок в доме постепенно превращался в бедлам. Беда летела на них снежным комом. То Маля цветы горячей водой из чайника полила, то вместо сахарной пудры солью посыпала коржи своего фирменного торта, то газ включила, а выключить забыла, пока он в булочную ходил. Чуть не отравилась, то соседей перестала узнавать. А то вдруг пропал, он чуть с ума не сошел, пока с милиции отыскал ее на лонжероне поздним вечером, одну в лифчике и трусах в холодное время поздней осени. Она как будто ничего не понимала, только смотрела на него, словно спросить, о чем ты хотела, да не решалась. А как-то ночью, когда лежали, как всегда тесно обнявшись, вдруг прошептал в самое ухо: «Изюня, со мной что-то происходит». Он растерялся, спрятал лицо у нее на груди, прильнул губами к нежной коже. «Спи, Малюня, малышка моя, девочка моя маленькая, я всегда с тобой». Больше она ни о чем не спрашивала, а вскоре перестала его узнавать. Он закрыл свой кабинет и не отходил от нее ни на шаг. Все время разговаривал с ней, научился варить и печь по ее рецептам. Все в точности делал, как она. Везде и всюду водил ее за руку, шел впереди, а сзади плелась дородная, пышная Маля мелкими шажками, как девочка маленькая. Одна такая пара в городе, ни с кем не спутаешь. Сострадательно оглядывались им вслед. Кто помнил другую диспозицию, впереди царственно шагала Маля, поодаль чуть сбоку Изюня, единое целое. Теперь тоже так говорят, а кое-кто по-прежнему завидует им. Он даже на море ее повез, на лонжерон, чтобы она искупалась. Искупалась. Это для таких, как он, кто и на резиновом круге плавать не может. Он договорился со спасателем, что тот поплывет на своей шлюпке рядом с ней, чтобы, боже упаси, чего не случилось. И Маля поплыла. Он стоял по пояс в воде и глаз с нее не сводил. Вот она нырнула, вот вынырнула, вот снова нырнула. На берегу глаза ее светились счастьем. Вечером, уже лежа в постели, посмотрела на него долго, внимательно и сказала: «Я тебя не знаю, но ты меня не бросай, пожалуйста», и доверчиво, как ребенок, вложил свою ладонь в его руку. Он долго сидел так потом, прилег рядом, не выпуская ее руку, и уснул. А утром, когда проснулся, Мали уже не было. Смерть, конечно, не безвременная, по житейским меркам. Мали 76 было, но Изюня старше на 7 лет, он должен был умереть первым. Он упрямо повторял это каждому встречному, будто что-то можно было изменить. А изменить уже ничего нельзя. Он и она ходили стрелять уток. Стреляли, стреляли, и даже не целясь, ненароком попали прямо в сердце его жены, уничтожив хрупкую веру в непогрешимость молодого мужа.
Напрасно он тряс перед нею охотничьими трофеями. В ревнивых глазах супруги утки стали уликами. Много лет спустя, тяжело заболев, вне себя от физической боли, он застрелился, как Хемингуэй, и стал самого ружья, с которым когда-то ходил стеречь глупых уток. И это была уже настоящая смерть. Он полюбил ее голос. Это все, что ему было нужно. Ручеек ее слов уводил от смысла того, что толпилось у глаз, к вечному детству какой-то девочки. Вряд ли он наиграл бы на чем-нибудь музыку. Из открытых настежь ее темных глаз дула ночь. Разлетались по комнате звуки и щекотно касались лица. Магия тире, запятая вытянута в струнку, острая пауза, стрела из глаз любящего, канат, протянутый через пропасть, тире, тир эрота. Аэрит значит плавить, доставлять удовольствие. Эрит – это дерево с золотистой корой. Строить дома из него опасно, за минуты сгорает эритовая роща, испуская в небо радужные искры. А пока не сгорело, успей, юноша, расчесать волосы избранницы эритовым гребнем. В царстве кривом. В царстве кривом перевелись зеркала, во дворе Никола. Неогороженные, обездвиженные и обезвоженные коробки – в небе бегущей строкой метеосводки, коварны и наледь, и нелюдь, будьте бдительны, отражения, потерявшие зеркало, дымятся длительно. Не выходи в тамбур, там нечем дышать, ты же не куришь. Нам придется стоять в дыму, вдыхать чужие сигареты, дух наших курящих отцов, вредные привычки. Когда жизнь слишком четко рисует клетки и отчеркивает поля, возникает соблазн вырвать из тетрадки листок другой, сложить в самолетики и азартно запустить всю эту эскадрилью прямо в черный прямоугольник классной доски. Без кольца на лапке узнать ли птицу, а в руках трепещущего птенца держала. Безымянные ветры в ладонях пути рисуют, прихотливые судьбы, как птичьи стаи. Надо было крыло подрезать и вены вырвать, зверям надо было родиться, пометить землю. Белых рыб, распластанных по небу, поглотила синяя волна. Белые пены расплылись по небу, рыбы неба и достигли дна. В глубине разбитые о камни потеряли рыбы чешую, и теперь я голыми руками белые ракушки достаю. Сутки, сутки, шахматное поле. Выпасть из гнезда за край не сумеют даже в роли. Птицы вмиг поднимут грай. С белых начали мы летом, с черных мы пошли зимой. То ли тьма убита светом, то ли свет придушен тьмой. Земля беззвучно всосала упавшее зерно. Ее рыхлый рот похож на торт Прага. Рецепт обновляется каждый миг. Вот хаос, который ты искал, купая глаза в черном небе, посмотри под ноги, в
котел роста, гибели и забвения, в тонны мрака, не черные, но и не белые. Под дубами одноствольными собирают мальчики желуди, а как вырастут, гильзы найдут. Упавшие листья шевелят пальцами, они счастливы, что коснулись земли и перестали летать, и чувствуют тело свое, поцелованное солнцем. И ветер говорит с ними теплее и глуше, как в летнюю ночь. Непроницаемость и твердость они полюбят сильнее, чем воздух, беспрестанно срывающий с ладони любое слово и вздох. И вода настигнет их и долго будет качать в своих круглых руках. Теперь вот несколько стихов из цикла «Дерево знает». Все про дерево. Дерево знает, как темно под кожей. Белые червячки корней вытолкнут зелень наружу, чтобы листья и ветки и ствол ощутили сполна невесомость света и тяжесть голой воды. Только иней напомнит о белых корнях, о том, как в утробе тесной почивает слепое семя, только снег и способен убаюкать дерево насмерть. Рябина. Ничего в рябине больше нет. Вся-то она в ягоды повышла, ни кровинки не оставила себе. И стоит под вечер темнота, качаясь, новый плод внутри. Эти деревья, они ненасытны, соломками для коктейля пьют и пьют, выпивают снег, завтра станут смеяться, наденут платье. Чем же аукнется мне этот смех? Скрипка. Скрипка, вырезанная из дерева, живет дольше дерева, переживает и птиц, порхающих среди ветвей. Голос деревьев забыла скрипка, не разучила она щебетание птах. Струны свои устремив под небесье, скрипка запела, как звезды, которые птицы не могут склевать и дотронуться нежным крылом до светящихся ягод не смеют. Удаление деревьев. Удаление деревьев и телефон на бетонной плите. Черная краска по серой спине. Единственная мука и смысл жизни. Это не я, вопит плита. Еще липкая и горячая я собиралась стать надгробьем. Мечтала касаться холодной смерти. Но не так. Вот как выхлебают меня мои чашки. Повычерпывают мои ложки, да расчертят ножи по тарелке. Я почувствую дрожь травинки и безумный голод букашки, чьи заботы как будто бы мелкие, потому что не пьет из чашки, потому что не ест из ложки, не скоблит ножом по тарелке. И еще два стихотворения. Так. С настроем домой. Поезд трогается с перрона, но до дома ему не добраться. Ходит поезд, ищет пристанище, а бежать ему не положено. Ходит, пыхтит о какой-то родине, об отчем доме справляется на каждой станции. Пассажиры цепляет за полы пальто, просит с собой взять, а пассажир отвечает ему с виноватой улыбкой. Ты извини, дорогой, чемодан у меня тяжелый. И последнее. Я список дел прочла до половины. Маршрутки проводила не свои. Слой дня накинув грубо на слои. Поверх плаща, кирзы и мешковины.
куда-то поплыву по радиальной, радиоактивным маленьким пятном. Потом увижу памятник геном, замученный в толкучке нереальной. Онищенко поморщится проворно на веские железные рубли, поправит невезучие кули и сотворит прискорбие повторно. Мамины шляпки. Они лежат на верхней полке большого маминого шкафа, ее шляпки. Не просто лежат, сваленные в кучу, нет. Надетые на низкие пузатые банки или пакеты, набитые тряпками, которые держат форму, они готовы к употреблению. Выбирай, какая нравится. Велюровая, войлочная, фетровая. Большой бархатный берет с поднятой тульей, немного набекрень для фасона. Вязаная из макраме или соломки, с букетиком на полях или маленькой с сеточкой-бувалькой, как у настоящих загадочных дам из журнала «Нива». Мама любила шляпки, они были ее слабостью. Единственное, что она позволяла себе для себя в рамках строгого бюджета нашей семьи – новую шляпку к сезону, к случаю. Не часто, но позволяла. Мамины шляпки шли ей всегда, неприметно как-то приноравливаясь к постоянным капризам текущей моды. А как она носила береты, ловко, на бок, вперед, назад и вверх, несколько неуловимых движений пальцев и готов новый фасон. Я так не умею. Но вот что интересно, в семейном альбоме нет ни одного снимка, где бы мама была в шляпке. Да снимков вообще немного. Как-то не до того было. Трудная жизнь выпала моим родителям. Деревянный барак на территории завода, отапливаясь углем и дровами, да без толку. С потолка зимой сосульки свисали, а к весне подкапывало, подставляли тазы и ведра. Вместо туалета дома использовали большую кастрюлю, как бак для засолки капусты. А когда подросли девочки, ходили вместе с мамой в общественную уборную в ближайших бараку заводской цех. Забыть. Самое унизительное воспоминание детства. Воду в высоких цилиндрических ведрах папа носил с ближайшей колонки за 3 квартала. Бытового газа тогда еще в наших переулках не было. Готовила мама на керосинке, примусе, керогазе и пекла в чуде, для тех, кто знает, что такое чудо, и пекла в чуде свои бисквиты. Пальчики оближешь, 7 чуд в неделю. Чудеса, да и только. А на снимках в нашем альбоме были женщины в шляпках с вуалью. Чужие, как с картинки в журнале. Только про одну мы знали точно, в одно слово. Тетя Валя Кенгурова умерла от аборта. Что это аборт, мы понятия не имели, конечно. Но тетю Валю жалели, потому что умерла. Тоже не очень понятно, но тревожно до мурашек по спине. А Кенгуров, папин начальник, живой, высокий и всегда очень веселый, как будто с тетей Валей ничего плохого не случилось. Он нас не обижал, но мы его не любили за тетю Валю. Была еще одна дама, бабушка-прабабушка, не родная, сводная, непонятно чья, красивая, с припухлыми капризными губами, блуждающим вдали взглядом, ни на кого не похожая, незнакомка. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Кажется, услышала, слегка приоткрыла рот, сдвинула брови, будто вспомнить силится, сейчас посмотрит на меня и начнет свой рассказ. Но это не моя бабушка. У моих обеих губы плотно сомкнуты. У Голды, по маме, от вредности и себелюбия. У Рацы, по папе, от напряжения всех сил, сжатых в кулак, от непрерывного преодоления бед по воле Бога или помимо его воли, выпавших на долю ее домочадцев, детей и стариков. Это мои бабушки. И шляпки они не носили. Голда любила шейные косыночки, газовые, шелковые. Это в старости. В другие времена я ее не знала. Лет 65 ей было, когда я родилась. И до 87 привычкам своим не изменяла. Кренделек из остатков волос на голове, носик в белой пудре, губы едва видно, а все же напомажены мизинчиком. Косыночка на шее, сумочка на сгибе локтя. Иначе из дома не выходила. Это летом. Зимой я ее никогда не видела. В гробу тоже не забыли косыночку на шею повязать, носик припудрить и губы напомадить, чтобы Голде не стыдно было людям показаться. Не так уж сильно о ней заботились при жизни.
по взаимности чувств. Тем более после смерти особо никто не старался. Как-то само собой получилось в привычном порядке все соблюсти. Горько плакала над Голдой только одна моя мама. Держала руку на ее холодном лбу и что-то шептала, слизывая языком с губ слезы, а платочек в другой руке комкала. Услышала ее Голда или нет, не знаю. Может, шелохнулись отголоски ошибок земных, захотелось что-то поправить, а может и нет. Отбыла свой долгий век на земле, во всем всегда правая до последних старческих причуд. Для чего теперь сдавать свои позиции? Черный платок у мамы на голове сполз на затылок и сбился на бок. Она не умела носить платки. Странный звук какой. Что это? Елена, выйдите, пожалуйста. Черный платок у мамы на голове сполз на затылок и сбился на бок. Она не умела носить платки. Бабушку Рацию я никогда не видела. Ее уже не было на земле, когда появилась я. Разминулись пути дорожки. Она попала под машину насмерть еще в эвакуации. Родилась в местечке Юстинград, подумаю. Места хасидские. Может, покрывала голову платком, не знаю, никто не помнит. Два окошка в тот мир, две маленькие, на документы фотокарточки. На одной волосы черные, гладко зачесанные назад, на прямой пробор, платье тоже черное, с белым воротником, лицо благородное, строгое. Не осмелилась бы обнять и сейчас, когда все о ней знаю, и сердце исходит болью и состраданием. Все родное, мое, все родные, беда у нас общая, и память, и место на кладбище под березами, где буйная крапива забивает дикорастущие незабудки, одно на всех. Ее здесь нет, только имя на гранитном надгробии рядом с дедом. Иногда слышу, как она молится за всех живых и мертвых, оттуда, издалека, глухо, нечетко, а все же слышу. Суровая молитва, сдержанная, без лишних слов. На вторую фотокарточку, сколько ни смотрю, слезы наворачиваются. Старая старуха с изможденным, измученным лицом, выцветшими глазами, волосы седые, спутанные, плохо расчесанные. Ни прежнего величия, ни прежней строгой красоты. Ей можно дать 90, а умерла она в 63. Мои бабушки не носили шляпы. Про Голду ничего не скажу. Она была кокетка, знала, что делает, следила за собой, как скажут в Одессе, несла себя и вполне была довольна собой. Рацию с гордой посадкой головы и величественной осанкой, которую видно даже на маленьком снимке, представляю королевой в головном уборе, а я, похожа на нее, по всеобщему признанию, рядом иду, только не за руку, а чуть на расстоянии, сбоку, робею. На голове у меня шляпка детская, велюровая, с высоко отогнутыми полями и бантом из атласной ленты на шее под подбородком. У сестры такая же. Мы ее младшие внучки от младшего сына. Она нас не знает. Мы жмемся поближе к маме, так спокойнее, а глаз с нее не сводим. Тяжелая, натруженная, негнущаяся ладонь легла на голову, пригладила волосы. Я это прикосновение узнаю всегда, будто ветер дунул прямо в лицо, остудил жар, утишил боль, осушил слезы. Есть точки пересечения? Есть. Март. Теперь всегда исход. Теплый, солнечный, радостный, хлипкий, по-февральски стылый, вьюжный или сухой, бесснежный, с колючим морозцем, без разницы. Всегда исход. Последний мамин месяц. Она не прожила его. Та весна была ослепительно яркая. Ранее неудержимо бурный март. Помню, пятница. Иду с работы в отличном настроении. Новое темно-зеленое макси-пальто из польского магазина «Ванда». Меховую шапку из рассурка несу в руке. И улыбаюсь навстречу весне, солнцу. Радуюсь чему-то. Никакого предчувствия. Никакого. В этот день под утро маму увезли в реанимобиле с обширным инфарктом в ЦКБ номер 3 МПС, в который уж раз в реанимацию. Неуместно рано настала в том году весна, бестактно рано. А за неделю до этого, собираясь в поликлинику, мы мерили шляпки и смеялись. Уже беда была рядом, вплотную подошла, обжигала ледяным дыханием, а на улице искрился солнцем март.
Мама решала, какую шляпку надеть, чтобы произвести впечатление на Бориса Григорьевича, Боречку, молодого кардиолога, с которым дружила. Выбрали. И Боречке понравилась и весна впереди, и лето. Еще бы лет 5 пожить, говорила в эти дни мама, и смотрела напряженно, пожидательно. Ну почему 5, мамуля? Возмущались мы, заглушая тревогу. А кто-то уже остановил мамины часы, счет пошел на дни. Первый день, второй, третий, 10 последних дней. Больничный, приемный покой. Ну почему покой, спрашивается, почему? Мама лежит на носилках, она закутана в домашние пледы, на голове павлопосадский платок, чтобы не мерзло неуместно яркий оранжевые цветы по бордовому полю. Первое, что попало под руку в спешке. Ждем долго, еще даже не утро, придут-то. Маме плохо, невооруженным глазом видно, очень плохо, тяжело дышит, постанывает, просит наклониться. «Сними косыночку», они подумают, что я старушка. «Сняла». Они еще увидят тебя в шляпке, мамуля, и мы посмеемся. Она не смогла улыбнуться, едва сжала мои пальцы. Боль пересиливала все. Голубые глаза потемнели, как летнее небо перед грозой. 10 дней мама боролась. 10 долгих мартовских дней. Главное, ни о чем не думать ночью, спать любой ценой. Дни были полны забот до крайнего изнеможения. Нервная почва способствовала. А так непрерывный цикл купить на рынке свежие продукты, приготовить каждый раз что-то новенькое, аппетитное, понемножку разложить по баночкам и мешочкам их закрытые наглухо двери кардиореанимации. Няня Таня уже ждет, старая знакомка, участливая и ушлая сразу. Деньги из рук ловко выхватит, еще не поздоровавшись, в глубокий карман халата упрячет и в щелку при открытой двери втолкнет быстро, быстро. «Здравствуй, мамочка». Последний день няня Таня вздохнула тяжко. Плоха она сегодня. Плоха, иди скорее. Себя не помню. Мамочка, здравствуй. Покормить, переодеть, протереть, собрать все баночки в мешочки, записочки не забыть. Ничего не забыть, родная моя. До завтра. Оно не наступило. В шляпке маму никто не увидел. Редкие случаи, когда ты погружаешься в музыку текста, и ты слышишь женский сказ. Вот про Петрушевскую говорили, что она создала женский сказ как форму. То, что делает Рада, это что-то невероятное. Конечно, про Одессу, про быт, про замечательный еврейский мир Одессы написано много. Но женщины об этом писали мало, если вообще писали. То, что делает Рада, она создает пространство бесконечное совершенно времени, звука, света и любви. То есть те герои, которые у нее присутствуют, они живут сейчас. Они жили давно, они, может быть, жили 2000 лет назад. Они продолжают свое существование, и вот это отсутствие временных границ, отсутствие смерти и вечность любви, это то, что живет в ее текстах и создает какую-то совершенно невероятную магию, мы это слышали. Это прекрасно. Я просто до слез была тронута в последней зелененькой книжечке. Я чуть-чуть ее успела полистать. Такую короткую, короткую такую память о нашем семинаре замечательном. Я только что приехала из Хайфы вчера, где наш любимый учитель Леонид Аронович Жуховицкий проводил первый вечер в Израиле. Это было невероятно, это было счастье, это были люди, которые любят русскую литературу, писатели, читатели. Говорили о шестидесятниках, прекрасную книгу «Шестидесятники». Значит, там Жуховицкий представлял, и говорили о Евтушенко, об Искандере, о Рождественском, об Ахмадулине, об Акуджаве, о том мире, о Борисе Васильеве, о том мире, который создал нас. И вот мы, когда пришли, детьми почти что, значит, в эту студию прекрасную при Московской писательской организации, на этом росли и, в общем, восприняли какую-то ту энергию добра и ту энергию идеализма, которая, в общем, сейчас считается, может быть, кем-то несовременным, ненужным, которая на самом деле делает жизнь жизнью, литературу литературой. Я просто безмерно счастлива. 15 книг, да, с тех пор 15 книг. Я помню, как последние мы... Последние 5 лет у меня такие интенсивные книги. И я просто искренне рада. Я первый раз слышала Зульфию. И вот этот вот, мне кажется, женский взгляд и женский мир, который бесконечен, который полон любви.
Это то, что очень необходимо сегодня. Это вот такая альтернатива агрессии, какому-то злу, какому-то непониманию, безмерным амбициям. Вот эта вот любовь, она побеждает все. И я хотела бы представить, у нас будет презентация этого сборника, просто я очень рада была сегодня ради передать авторский экземпляр вот сборника, который только что мы со Светланой Василенко, это первый секретарь Союза российских писателей, великолепная писательница, драматург, поэтесса, между прочим, составили сборник, который называется «Русский женский Декамерон». Был уже женский Декамерон, который написала Юлия Вознесенская, это скорее была такая полупублицистика, физиологические очерки, а это проза писательниц очень разных, и всех их объединяет вот та любовь, которой нам очень не хватает. Рада, огромное спасибо, просто я поздравляю от души, спасибо, это великолепно. Да. И от Леонида Ароновича большое поздравление с сегодняшним вечером, он, естественно, не может быть, но он скоро приедет сюда, и тоже вот мы себя поздравим. И я вижу Антона нашего, тоже замечательного коллегу. Это прекрасно, что то, что было начато давно, продолжается, и то, что вот это доброе, жизнеутверждающее, так сказать, начало, которое, так сказать, и литературу питает, и не дает ей раствориться в волнах информационного безумия, что это продолжается. И поздравляю Зульфию тоже с замечательным этим вечером.